зовут Васильенко Светлана, я работаю консультантом по управлению в компании Высоцкий консалтинг, в его подразделении Академия консалтинга. Работала я раньше финансовым директором компании, также работала управляющей группой отделения системного европейского банка. По поводу своих подчиненных, у меня было до 10 подчиненных в непосредственном подчинении и до 60 человек в моей области ответственности. Почему я поменяла свою работу? Ну, потому что хочется что-то менять, то, что находится вокруг тебя. А как раз через работу консультанта можно производить изменения. Потому что, что на последнем работе, где финансовый директор, что в банке, я видела о том, что в бизнесе есть проблемы. Что приходят вообще предприниматели действительно с хорошей идеей, с хорошим продуктом, но натыкаются на какие-то проблемы, и их компания разваливается. А вот именно продукт компании Высоцкий консалтинг помогает бизнесу выходить совершенно на другой уровень, не наталкиваться на вот эти проблемы, существовать и развиваться. Ну, работа консультанта, на самом деле, вот наши владельцы не приезжают на сессию, они получают здесь определенный теоретический материал и план работы. Консультант помогает всю информацию, которую получили владельцы, адаптировать и делать так, чтобы эти инструменты стали правильные, подходили именно непосредственно в компании, владелец которой пришел на обучение. То есть я помогаю сделать так, чтобы эти инструменты просто заработали, чтобы они действительно в компании приносили пользу. Поэтому я являюсь помощником владельца, который получает вот здесь инструмент управления и начинает с ним работать. Мне больше всего в моей работе нравятся вот изменения, которые проходят вокруг меня. Вот то, что, когда владелец вообще звонит и говорит: «Вау, вот представляешь, вот у меня произошло вот это, вот это, вот это». Вот когда выпускники, с которыми я работала, вот звонят и говорят: «А у меня компания увеличилась». А я раньше тратила на работу 55 часов, а теперь я на операционку трачу 15 часов, а теперь я уже хочу открыть новый филиал. Я вообще начала изучать английский, а раньше я вообще домой приходила только спать. Вот это мне как раз нравится. Я бы посоветовала новым консультантам, которые только начинают работать, во-первых, не бояться, это раз. Во-вторых, влиять, брать ответственность за свою работу и действительно вникать в проблемы владельца и помогать им. Вот становиться вот теми помощниками.